Всем здравствуйте! Сегодня будем готовить слоеный салат. Для этого салата я буду использовать разъемную формочку, чтобы салат у меня был более ровный. Но если нет такой, то можно собирать салат и без такой формочки. Первым слоем у меня будут отварные кальмары. Я их отварила и нарезала вот на такую соломку. Здесь 300 грамм кальмаров. Добавляю немножко майонеза. Майонез можно использовать как домашний, так и покупной, какой вам больше нравится. И первым слоем нашего салата будут кальмары с майонезом. Салат получается очень сытным, очень вкусным. Выкладываем маринованный лук, мелко нарезанный. Я его мариновала с вечера, чтобы он хорошенько пропитался. Рецепт у меня есть на канале. Следующим слоем идут крабовые палочки или крабовое мясо. Нарезаем мелко и выкладываем третьим слоем сеточку из майонеза. Майонеза добавляю я, перемешиваю и выкладываю поверх крабовых палочек. Присыпаем все тертым сыром. И при помощи огурца мы украсим наш салатик. Салат готов. Очень вкусный, нежный, сытный. Обязательно попробуйте приготовить. А на этом у меня все. Давайте вместе придумаем название этого салата. Буду ждать ваши комментарии. Ставьте пальчики вверх, делитесь видео в социальных сетях. Всем до скорой встречи, всем пока.